Друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите News Time. Чем шоу-бизнес смог привлечь к себе внимание, узнаем прямо сейчас в этом выпуске. News Time. Группа «Грибы» неожиданно прекратила свою деятельность. Ранее авторы хита «Тает лед» анонсировали второй альбом и прощальный тур, однако недавно гастроли были отменены, а пластинка так и не вышла. News Time. Spice Girls вернутся на сцену. По данным издания The Sun, после нескольких неудачных попыток звезды все же соберутся вместе. Как сообщается, в группу вернется и Виктория Бекхэм, ранее отказывавшаяся от воссоединения. News Time. Друзья, мы продолжаем, и прямо сейчас сюжет дня. News Time. Можно ли в свои 20 собрать миллиард просмотров на YouTube и попасть в топ-100 лучших диджеев планеты? Живым примером тому является диджей Алан Уокер, выступивший в Москве на вечеринке рекорд-лейбла Sony Music. У нас различные вечеринки каждый год. До этого было Sony Rocks You, сегодня Sony Raves You. Один из главных хитов Алана Уокера «Faded» имеет на YouTube более миллиарда просмотров. Этот клип изменил мою карьеру и мою жизнь в том плане, что я смог полностью сосредоточиться на музыке и заниматься только ей. В 20 или раньше это нужно делать, когда тебе под 40 уже пора как-то менять вектор или перспективу. Этот скромняга из Скандинавии, несмотря на все достижения, не любит лишнего пафоса и даже появляется на публике только в маске. Дело не в том, что я хочу скрыть свое лицо. На самом деле я хочу показать некое объединение. Любой может надеть маску и стать Аланом Уокером. Ну а показать настоящее единство с фенами Алан Уокер собирается на сольном концерте в Москве, который пройдет в марте будущего года. Hey everyone, I'm Alan Walker, and you're watching Bridge TV. News Time. Дорогие друзья, на сегодня все. Вы смотрели News Time. Меня зовут Андрей Галтеев. Пока. News Time.